Компания Walt Disney представляет Гуфи. Режиссер Джек Кинни. Двухнедельный отпуск. Две недели отпуска. Нет ничего лучше для работника, как две недели отпуска. Чем заняться? Ловлей рыбы, покорением гор, отдыхом на пляже, прогулками на лошадях, гольфом, катанием на яхте, охотой в лесу. Осталась одна минута. На старт. Путь! Дороги. Необходим обгон. Неудачно. Прямая дорога в гараж. Не могли бы вы заменить? Не мог бы я заменить? Слушай меня, ублюдок. Я знаю все про замены. Только не указывай мне, что делать. Тебе нужен новый генератор, карбюратор, двигатель, стартер, ремни. Похоже, тебе нужна новая машина. В любой момент заезжай, если что будет нужно. В любой момент жду тебя. Дружище, что-то она не едет. Закрыта на две недели. Веселее путешествовать вдвоем. Вас подвезти, мистер? Старая модель, ненадежные колеса. Нет уж, не поеду. Не поеду. Приятно ехать по свободной дороге. Стойте. Внезапные грозы — обычное дело. Это смена атмосферного давления. Идите. Прощайте, приятели. Пара поворотов, и нам открывается великолепный вид. Фантастический закат, в небо поднимается луна, наш путешественник ищет ночлег. Мотель «Последний шанс» — 20 миль, мотель «Следующий шанс» — 500 миль. Мест нет, мест нет, мест нет, мест нет, мест нет. Места есть. Бензин кончился. Нет мест. Заправка 1 миля. Вернись. Вернись, подожди меня. Подожди. Ночной звонок. Места есть. Приятная неожиданность. Уютный коттедж со всеми удобствами. И так хочется заснуть в приятной тишине. Просто нет слов. Я покидаю это место.
Приятные моменты ночных путешествий. Встречные машины ослепляют светом, лишая зрения. Что вы на дорогу не... Это же моя машина. Остановитесь на краю дороги. Наконец-то приятная возможность для отдыха с хорошим питанием и отличным сервисом и полная неприкосновенность. Конец.